Ну здравствуй, будущая надежда Москвы. Ты знаешь, это очень серьезный бизнес. Он интересный для смелых, для храбрых. Но даже опытные порой совершают ошибки. Сегодня ты научишься многому. Во-первых, самое главное – это первое впечатление. И у тебя не будет второго шанса изменить ее. Все очень просто. Да, ну я тебя понял, я уже скоро буду. На, почитай, я спешу. Да, да, все, бегу. Можно? Ты просто должен произвести его хорошо и как следует. Понял? Разрешите войти? Да-да. Добрый день. Старченко Артур, медицинский представитель компании Аспен. Во-вторых, это презентация. И ты это понимаешь? Анжелика Сергеевна, Авестин работает, но я вам честно говорю, пока ты сладишь. Сделай доктору хорошо, пусть он тебя запомнит. И ты станешь ее любимым представителем. Анжелика Сергеевна, в малом тазу, как во дворце, сплошные интриги. Анжелика Сергеевна, Авестин вот уже 50 лет стоит на страже женского здоровья. Пока ты все понимаешь, я надеюсь. Третий этап, самый интересный. Получение договоренности. Ну что, Анжелика Сергеевна, мы друг друга поняли? Ну назначь, Анжелика Сергеевна, ну хоть чуточку, ну хоть 10 человек. А если так? Сделай это так, чтобы доктор даже этого и не заметил. Анжелика Сергеевна, те данные, которые я вам сегодня предоставил, как-то повлияют на вашу тактику назначения препарата вашим пациентам? Сейчас очень серьезный рынок. Он заполнен конкурентами. Ты должен быть оригинальным. Сделай так, чтобы тебя запомнили. Чахлый скупой, на почве зноем раскаленный, Анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Анжелика Сергеевна, спасибо вам большое. Было очень приятно с вами познакомиться. Увидимся через месяц. Артур, вы самый лучший медицинский представитель. Ты еще здесь? Я всему тебя научил. Ты все уже знаешь. Увидимся. Пока.